Внимание сотрудников, имеющихся оставшихся теплокровными экспериментальными образцами. Немедленно обратитесь в медцентр для прохождения внеплановой диспансеризации. Повторяю. Внимание сотрудников, имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами. Немедленно обратитесь в медцентр для прохождения внеплановой диспансеризации. Спасатели, наконец-то! Мне не поможете, но тут есть выжившие. Не скажу, чтобы сильно торопились. Это еще не спасатели. Я скорее авангард. Да что такое? По моим прикидкам, уже куча времени прошло, а ни тревоги, ни армии. А вы видели, как все начиналось? Можете описать? Не хотел бы, но могу. Машины не сразу напали. Они сначала разбрелись, чтобы ударить в один миг. Я еще сразу заподозрил, когда роботы-лаборанты вошли в кабинеты и встали за спинами у сотрудников. Большинство умерли прямо там, где работали. Жутко было даже не то, как они всех убивать начали, а как они медленно разбредались и шли к людям. Словно на физкультуре, когда говорят разбиться на пары. Давно вы погибли? Не помню, но я жил дольше многих. Ко мне в помещение машины войти не могли. Доступа не было. Внимание! Началась стрельба. Всем сотрудникам, получившим повестки с кодом 721-22, надлежит пройти регулярное еженедельное собеседование в отделе социального контроля. Газировки открывали. Мы бросились бежать, когда лаборанта Афанасьева схватил. Солдаты рядом были. Хотели остановить. А тот только удивиться успел. Я в тот момент всякий страх потерял и бросился на робота этого. Очнулся уже мертвый. Мне жаль. Но мы с этими уродами разберемся. Да не машины же виноваты, а люди. Либо случайно, либо специально. Но случайно такого не сделать. Помяните мои слова. Чтоб такое устроить, не один месяц работать надо. Хорошо. Как все кончится, за вами придут. Да мне уж все равно. Вы лучше постарайтесь, чтобы зараза или что уж там с роботами стало. Дальше по предприятию не пошло. Это что вообще за место? Холодный цех. Тут решается проблема существования организмов в условиях безвоздушного пространства. Как озеленить Луну, что ли? В том числе. Спектр исследования самый широкий. От примитивных одноклеточных растительных форм до сельскохозяйственных и прочих животных.
направление на анализ. Пожалуйста, обратитесь в центр тестирования.